Итак, всем здравствуйте, с вами Спанч Боб. И как вы поняли, сегодня будем разговаривать о такой игре, как печально известной игре, как After Fall Insanity. Вышла игра в 2011 году, и критику она получила довольно-таки большую. Ну, когда я смотрел в Стиме, там ее все критиковали. Стоит там всего $3, она очень такая, ну, все говорят, плохая всякая детализация. Ну, не плохая детализация, а плохая анимация и так далее. Говорят, что эта игра очень плохая, и ей дают плохие оценки. Я эту игру когда-то давно играл. Я эту игру играл либо в 2011 году, либо в 2012 году. Я точно помню, что я эту игру играл. After Fall Insanity, да? Я играл в 2012 или 2011 году. Это нет никакой разницы. Но мне, когда я в нее играл, она довольно-таки понравилась. Хотя, когда я в нее играл, там было, конечно, в самом начале очень большой баг, что не мог пройти с самого начала. Но потом я, конечно, нашел патч и все исправил, поэтому... Эта игра мне очень понравилась, я всю прошел, поэтому я думаю, что игра не такая плохая, но мы это в этом выпуске проверим, поэтому давайте проверим, конечно же. Угу. Итак, всем привет, с вами Спанч Боб, и сегодня мы будем играть After Fall Insanity, печально известную игру, как я сказал в самом начале, но игра мне очень понравилась. Говорят, что игра очень плохая анимация, что очень плохая, там что-то еще плохое. Ну, короче, давайте поиграем в нее. Мне она очень понравилась, и я немножко поиграл, настроил звук, проверил, нет ли этого бага, его, конечно же, нету. Поэтому давайте сыграем. Играть будем... Ну, может, потом будет припроходить на Insanity, но сейчас мы будем играть... Игра довольно-таки трудная была. Давайте на изи поиграем, потом я в следующий раз буду играть на харде. Да, на харде. Все, начинаю, вот. Короче, глобальная холодная война никогда не закончилась. Я не знаю, что написано. И результаты в самом лучшем десанте. Я не могу прочитать, это слишком самый большой секрет Польши, там, я не помню, Польша. Польши проект за After Fall после падения. А, я не могу это прочитать. Потом на паузе прочитаю. Прочитайте. Возможно, потом скажу. Но я не могу прочитать, потому что он слишком быстро идет. Ай. Insanity. Я не знаю, что. Я не знаю, что такое Insanity. Внутри, в мозге, в. Я не помню. В игре, конечно, есть русификатор, но я хочу проверить свои плохие знания английского, поэтому поиграем. Да, какой-то сейчас что он делает? Эй, ты что делаешь? Он отключается с системы. Опасность. Что-то произошло. Опасность. Что-то забрай. Эффективный локдаун, не знаю, закрытость. Ремоут. Эй, удайно. Пересделано. А, ремоут. Кажется, переделано. Да, фигово у меня знание английского. Ремоут. Перетащи ремоут, короче, убрай, вот. Ну, короче, я буду очень плохо переводить, извините меня. Мне не нужны эти сессии, но, что? Субтитры очень быстро провалит, это потому что... Эй, ты вообще сможешь меня, док? Простите, я что-то забыл. Можем мы закончить потом? А, хорошо, я думаю. Я не спал уже очень долго. Ты уже восьмой. Я понимаю, у вас есть много причин, чтобы устать. Да. Чекпоинт. Окей, вот сама игра. У нас первая глава. Что у нас? Тут у нас прорисовка мозгов, да. Графика довольно-таки неплохая. Но не в графике игры хороши, верно? Так, ходим мы на ВСД. Камера. Ну, мне не очень нравится местоположение камеры, потому что могло посередине быть.
Там еще писали, что это Quantum Space. Ну да, ну и что? Игра крутая, по моему мнению. Компьютер у нас тут есть. Значок Анги, что ли? Ну, Орел. Я не помню, что это за значок. Так, девица, привет. Сюрприз, сюрприз. Дверь не работает. Как и терапия. Дай мне посмотреть. Заблокировано. Черт, давайте будем надеяться, что мой ПДА работает. Найдите ваш ПДА. Окей. Что такое сейчас было? Экран немножко. Как сказать, ну не знаю, он так сейчас выглядит, будто помехи, да, точно помехи. Что это, радио? Музыку не слышу все равно. ПДА. Подождите, я помню, что в этой игре что-то было прикольное такое, не помню что. О, ПДА, Е. А, G, точно, G. Так, тут у нас... так, хорошо, давайте по порядку. Армор. Защита. Это кто? Кондишн, я не знаю. Профи. А, это типа... Так, хорошо, я понял, что... А, вот все. Так, это, наверное, мы... Это наша жизнь написана. Ну, это всякие персонажи, это ничего интересного. Сам, ничего интересного нету, я это переводить не собираюсь. Это у нас тут монстры. Монстры мы еще ни одного пока не знаем, но вот монстров я попробую перевести, хотя не знаю. Миди, ноты, объектив. Ну ладно. Окей, это у нас пульт. Что у нас такое? Эта девушка что-то говорит, я не слышу, что там говорит. Может, что-нибудь прибавит звука, но нет, не знаю. Вы потом напишите в комментариях. В комментариях, если вообще напишите. Угу. В стекле я самого себя не вижу. Это такое пыльное довольно-таки. Ладно, пойдем. Кровать нет. Такая странная кровать. Мне вообще удобно спать. Он так спит, что он может свалиться вообще. О, рояль. О, что это такое? Это типа камеры, наверное. Ну ладно. Ладно, давайте. Что это? А, нам звонят. Доктор. Да? Да, доктор такая тут. Ты Шринг? Это не правда ли? Блин, я не смог прочитать. Это не то, что я не пытался. Я должен иногда что-то сделать с своей головой. Я должен быть уверен, что я должен Field Grad. Я чувствую, как будто день рождения. Ты ничего не говоришь, что в твоей голове? Я спросил вопрос. Ты звучишь усталым, док. Возвращайся спать. Кто это был? Какой-то наджоп, я не знаю, кто что это. Он звучит как наджоп. Куда она делась? Куда она? Как? Куда-то она смылась. У нашего дока небольшие галлюцинации. Как понятно, может к нему так и никто не приходил, с вами сейчас разговаривал. Давайте. Так, а сейчас мы будем взламывать. Смотрите, как я понял, я ничего не понимаю в этом хаке. Ай. Сейчас. Так. То смотрите. Я нажимаю вверх, потом нажимаю вниз, потом вверх. Нет. Нажимаю вверх, вниз, влево, вправо. То есть, ну как понятно. Так, ну бага я пока из того, что я видел раньше, я сейчас не вижу. Это роботы. Так, это у нас радар. Точнее, держать надо.
Вот радар. Ну, блин, выглядит довольно-таки прикольно. Игра не стоит $3. Она стоит. Ну, она даже стоит побольше. Ну хотя бы $5. $10. Ну что так мало? Всего лишь $3. Мне еще у вас есть. Буду он тоже вот пробую. Так, нога это надо сюда. Ну, пойдем. Привет. Опшн. Аудио. Давайте побольше сделаем голос и хотя бы немножко музыки. Я вообще не слышу, что они говорят. Без музыки не прикольно играть. Я нажимаю к ее. Там какие-то два робота шли. Я не знаю, кто там шел. Кто там ходит? Кто это? Ладно. Потом в Google переводчики приведет, что там все пишут. Но то, что могу перевести, я переведу. Пойдем. Пойдем. Вот они, вот они. Вот это они. Вот они. Тут такие. Так, ты кого я пройду? Пройдите. Не лагает. Я не знаю, что он сказал из-за лагов. А, он сказал, что его нужно выпить. Ай, лагает. Я хочу скипнуть, но я не хочу скипнуть. Он сейчас ему... Не буду переводить. Не хочет им давать. Привет, Альберт. Ударь-то. Точнее, пни-то. Ну, не сейчас. Видно, что это будет бар для нас. Что делает, чувак? Ты выглядишь как... Не скажу, что. Я думаю, что это мой джоб. Это... Ага. Поверь мне, я знаю, что ты понимаешь. Я чувствую, как чувак из машины. Блин, я вижу, как это помогает. Люди сейчас депрессивны. Я думаю, что КНН планета. Я не могу переводить, потому что он очень быстро все проходит. Это Мартин. Anyway, what's up? Да, найс, хорошо. Плутон, дождь сегодня попал на меня. Чувак, я ненавижу это место. Да, я тоже. Будешь бегать в кофероне. Как ситуация вообще? Она не видит меня, как другие фильмы. Не дай им добраться до себя. Это приз Шинка. Короче, я не могу это перевести. Я думаю, что я должен использовать стресс. Предупреждение. Альберт Тойка. Что он краймс? Точнее, что он. Ты хочешь наш герш плохой сделал? Я объясню потом. Может, Таркай плохой чувак, еще типа того не знаю, что он сказал. Ну что-то плохое про Таркая он сказал. Чувак, сдохни. 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 Все. А короче, вы будете стоять, они будут, короче, к чему-то сделаны, ну, неважно. Давай, подеремся с тобой. Могу взять? Да.
куда мы-то пойдем? Кстати, он кулака не убивает в прямом смысле. Так, куда надо... А, вот еще один чувак. Получай, 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 получай. Это то же самое, да? А нет, это какая-то птичка. Неважно, короче, куда надо? Окей. Пойдем. Так, мы сейчас кого-то избиваем, так давайте, может, что-нибудь выпьем, нет. О, а выпить нельзя. Прикольно. Открываем и идем. Мы, как я понимаю, в лифте. Такой лифт, кажется, был в Атласе. Так, у меня лагает немножечко. Что? А я могу ничего делать? Ладно. 3, 5. Что такое? Что так долго? А, все, пойдем. А еще могу бегать? Как я. Как я это сделал? Я не понял. Что-то странное. А, вот, типа, удерживаю. Я не знаю, как это сделал. Ладно, не важно. Колба. А, все, давайте поиграем Гордоном Фрименом. Все. Нет, 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 мы не будем играть в мод для этой игры. Мы будем играть Гордоном Фрименом. Потому что там был мод для Half-Life 2, там, где была труба вот такая. Точнее, вот такая. Но я сейчас хочу поиграть в оригинальный Half-Life. Мне так нравится. This area is closed until further notice. No, I haven't seen him. Окей, лаги. And I have no idea where he is. Why are you looking for him? What has he done? That is none of your business, man. There he is. Get him. Как кого так быстро увидел? А, спейсбар, точно. Эй, 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 беги! Да куда ты, кому ты бежишь, идиот? Ай! Да куда ты бежишь? Я ж не говорю тебе туда бежать, а! Что? 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 Она отключилась. Все. Окей, я труп. Блин, ай, чувак. Чувак, это было не круто. Как так быстро увидел? Он даже, он такой, у него что, глаз на голове? Не, мне кажется, два глаза. У него, конечно, есть два глаза на голове. У него что, там два глаза спереди, один глаз сзади. И... я не знаю. Оу, хо-хо-хо. Спейсбар, короче, я понял. А, не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не. Гордон Фримен, давайте берем. Окей. Пытка номер два. This area is closed until further notice. Давайте, F, escape. Я не хочу снова смотреть. No, I haven't seen him. Вот. Все, бежим, бежим, бежим. Окей, что теперь? Куда? 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 Я не знаю. Ай, как ты сюда попал? Испугался. Вдохнись. Окей, давайте быстро взломаем. Давай! Ай! Нет! Давай! Давай! Что? Все. Все, ваем. Баем.
куда? Куда? Бежим. Вперед, только вперед, только вперед. Да. Security personnel are conducting a search for Tokai. He may... Бежим. Все. Что? Окей, я думаю, мы сбежали. Окей, я хочу свалить довольно-таки быстрее. Да, как-то неожиданно, если честно. Нет. Нейн. О. Нет. Я сейчас выломаю дверь. Нет. Нет. Так. Давайте уходим отсюда. Ты еще жив? Каролина, is she safe? As far as I know, yes. They've locked her in her room. But it's you they're after. You have to hide and wait this out. Go to the tech area behind my cubbyhole. I'll try to find out what the story is. Don't worry about her. They've turned the power off, but I've got my own generator. I didn't have time to change the fuse, though. You wouldn't mind doing me a favor, would you? But don't worry. I'll try to restore the main power supply. It may take some time, though. I hope you're not afraid of the dark. Так, извините, у меня что-то запись вырубилась. Короче, там он сказал, что я надеюсь, что у тебя нет монстров, и показал свое лицо. Вот тот чувак, не я. Это не было так прикольно. Не шина вырубилась. Так, что у нас тут? Да, серия будет большая, поэтому извиняйте. Так, куда нам идти? Нам некуда идти. Ну, power up. Куда нам идти-то? Можем что-нибудь разбить? Как я понимаю, не можем. Ну и что, простите? Не. Окей, обзывать мы не можем. Зачем нам это еще? Давай пробежимся. Окей, у меня есть это. Окей. Открываем. Окей, можем разрушать ящики. О, The Walking Dead? Нет. Ой, да, меня бьет! Ой, перепрыгнул как-то, ей мне показалось. Турнав. Давайте турнав. Еще один город приман был. Открываем. Ты уверен, что был Марсин? Мне хочется закончить на какой-нибудь интересный момент. Сейчас заканчивать просто не очень интересно. Что за звуки? Не, он сходит с ума.